Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Как бы странно это ни звучало, сейчас на дворе май месяц, но уже пришла пора нам собирать семена цветов для будущего года. Вот смотрите, такие как виола, маргаритка, они расцветают очень рано, буквально из-под снега. Вот сейчас виола уже дала семена, а маргаритка вот только-только отцветет. Сразу нужно собирать семена. Вот смотрите, виола. Некоторые даже не представляют, как выглядят семенные коробочки и как собирать семена. Видите вот эту вот семенную коробочку? Все, цветок отцвел. На его месте появилась семенная коробочка. Сейчас она чуть-чуть, день-два, изменит цвет на светло-коричневый. Ее нужно будет вот так вот отщипнуть, унести домой, положить в какую-то коробочку и сверху прикрыть тканью, марлей или какой-то воздухонепроницаемой. Если вы не прикроете, она начнет расщелкиваться и ускачет все ваши семена. По всей квартире будут лежать семена. Так, дальше идем. Вот она, коробочка семенная, которую нужно уже отщипнуть. Вот коробочка семенная, но она еще не как такая маленькая. Через два дня она уже будет готова. Вот коробочка семенная. Принцип поняли. Как только отцветают виолы, потому что сейчас рассаду покупать в магазине или семена очень дорого, почти все цветы можно размножить бесплатно. Или семенами, или черенками. Вот виола прекрасна семенами. Вот видите, коробочка семенная. Все. Выбираете цвет, который вам больше всего нравится, и начинайте за ней следить. Она обильно цветет, и почти на каждом кусте есть семенные коробочки. Конечно, вы за раз их не соберете. Раз, один день собрали один цвет, другой день другой цвет. Я собираю смесью, и тут же следом будет маргаритка. Вот видите, она отцвела. Нужно сторожить, чтобы не разлетелись ее семена, как только они поспеют. Мы их будем собирать. Все, пришла пора собирать семена вот с этих красавцев. До свидания. Если хотите узнавать, как собирать будем семена из других цветов, заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Пока что у нас созрели только виолы. Следующие будут маргаритки. И там дальше будем смотреть что-то семенами, что-то черенковать. Будем стараться обходиться без специализированных садовых магазинов. Можно все сделать самим. До свидания.